Всем привет! Сегодня у нас не обзор техники, просто маленькое видео снял, какой у меня есть аквариум. Так получилось, что с аквариумом я знаком, грубо говоря, не понаслышке. Отец у меня все мое сознательное детство занимался тем, что пытался создать благополучный аквариум. Так как он человек советский, тогда и с аквариумами были проблемы, и с размерами аквариума были проблемы. Вообще много каких было препонов, оборудование было хреновое и так далее и тому подобное. Вот. Как-то у него не особо это получалось. То растения не росли, то рыбы дохли. Сейчас более-менее вроде все устаканилось. Всегда он мечтал о аквариуме больше 100 литров. Ну, что-то, я не знаю, что-то его останавливает. В итоге как-то у него до сих пор не получается купить аквариум, хотя и место есть, деньги позволяют. Но что-то вот, какое-то внутреннее стеснение его ограничивает в данном вопросе. Я же, недолго думая, забабахал аквариум немецкой фирмы Jewel серии Rio на 125 литров. Красавец. С тумбой. Вот. Немецкая тумба, блин. Никогда бы не подумал, что тумбу можно продать за 7 тысяч. Это ужас. Ну, не за 7 тысяч, чуть меньше. Вот. Как она выглядит, эта тумба. И что там есть. Грунт сами делали. Видите, он изначально был белый. Пожелтел. Ну да ладно. Это не очень страшно. В районе 16 килограмм грунта, 4 пачки по 3 килограмма, по-моему, белого. Или по 2,5, я не помню. И 2 пачки черного. Получилось такое, знаете, не пропа... В магазинах продается рис в пачках таких, знаете, пропаренный белый и неочищенный. Вот. Что тут у нас есть? 3 камня, коряга, дофига кладофоры, кабомба. Вот это красная, я не знаю, что купал не я. Палочка мха, в надежде, что она все-таки переселится на корягу. В принципе, растет очень неплохо. Вот, это 125-литровый Рио. Все, что нужно для аквариумиста, там было в комплекте. Это фильтр шестигубочный. Обогреватель, по-моему, на 100 ватт. Помпа неплохая, 600 литров в час. Вот. Все это меня как-то сподвигло после просмотра роликов про Такеши Амано, основателя студии Aqua Decision Amano, Ада японская, с безумно дорогими компонентами. И сами аквариумы много стоят. Ну, конечно, произведение его по сравнению с этим просто теряется. Но я мастер своего дела. Вот, чего у нас тут есть. Это 3 петушка. 2 самца, 1 девочка. В районе, не знаю, 4-5 ромерезов. И вот эти вот черненькие с оранжевыми глазами, это вроде как меченос с парусом, таким вот верхним плавником. Очень все симпатичные. Меняется еженедельно в районе 20-25 литров. Вот. Никаких помп для нагнетания воздуха здесь нет. Температура у нас сколько держится? В районе 27 градусов.
хорошие лампы, то есть очень качественный аквариум. Вот. Доволен. Думаю, все-таки настанет то время, когда я решусь на 180 литров. Я вообще считаю, что 180 литров это, наверное, самый оптимальный аквариум для дома. Иногда кажется, что 25 маловат. Иногда. Не всегда. Я видел намного меньше. Вот 180 литров, мне кажется, самый оптимум. Примерно такие же высоту и ширину сохраняет. Не высоту, а высоту и глубину. Но он ширина 20 сантиметров. Получается такая... Ой, панорама более качественная, на мой взгляд. Он очень тихий. Рыбки себя в нем хорошо чувствуют. Рамирезы не особо друг друга звездят. Вот. Он был запущен в районе 2 недель назад. Все сейчас устаканивается. И ждем, когда пойдет в рост. Вот. Вот такие вот пироги. Всем спасибо за внимание. Просто зарисовочка.